Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Кто-то, исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по старинке, исходя из своего колониального прошлого. Но, терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов.